Наталья Дамас и группа «Эль Бренд», номер 17. Наташа очень разносторонняя и талантливая девушка. Сегодня вместе с ней на сцену выйдут 5 стильных молодых людей, поющих джаз. Впрочем, они могут спеть любую музыку. Кстати говоря, Наташа – первая в истории России чемпионка мира по пению караоке, так что спортивного азарта ей не занимать.